Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова будет закупка из магазина Лента. По традиции, раз в неделю я туда езжу и показываю свои покупки, конечно же, вам. Общая сумма у меня где-то составила 8190, в общем, 8200 где-то примерно. Чек будет в конце видео. Чек я показываю всегда в конце видео. Я просто постараюсь помедленнее его показывать, чтобы было видно, и стараюсь максимально приблизить, чтобы цены были видны. Ну а так цены называть, я их все не запоминаю, что прям до рубля было. Нет, девочки, я показываю чек, мне так намного удобнее. Вот, ну и вы сразу можете посмотреть, что сколько стоит уже со скидкой. Так что давайте покажу вам закупку. Вот такая вот она у меня получилась. В этот раз я не стала брать арбуз, потому что он был там такой, знаете, прямо с зеленым хвостиком. И хотя в прошлый раз арбуз, который я покупала, он был сладкий, сочный, с черными косточками. То есть, в принципе, был очень даже неплохой. Я не знаю, откуда нам привезли арбуз. Я думаю, что, наверное, не из России. Вот, и уже дыни, кстати, в Ленте продаются, но дыни что-то тоже меня не впечатлили, я их не стала брать. Ну, давайте по традиции начнем с мяса. Значит, здесь я купила пельмешки. Да, я не люблю пельмешки, и я не знаю, когда-нибудь мы с мамой соберемся это сделать или нет. Я их покупаю, и у меня все хорошо. Вот такие сибирская коллекция, такие большие и какие-то тут мини. Дальше сардельки, как всегда, упаковка, папа может, нам очень нравится. Куриная грудка, как всегда, тоже мы срезаем грудку, косточка у меня идет на бульон. И куриную грудку еще вот такую в упаковке купила. Также купила кусочек говядины. У меня мама делает говядину, тушит с овощами и с маринованными огурцами. У меня, я сейчас посмотрю, есть ли у меня такое видео с рецептом говядины на канале. Если что, оставлю вам ссылку внизу в инфобоксе. Так, дальше здесь еще купила бекончик. Он был со скидкой. Вот такой лентовский, 99 рублей, упаковка 200 грамм. Я взяла две упаковочки. У меня муж очень любит бекон. И я, кстати, тоже обожаю бекон, но надо себя останавливать, потому что я его могу просто слопать весь. Основа для пиццы мужикам сделаю. Здесь, кстати, две штучки. Основа очень хорошая. Мне очень нравится. Накладывайте туда все, что хотите, и получается вкусно. Дальше сыр. Купила несколько сыров. Мама, потому что хочет что-то сделать, в общем, попросила. Значит, российский. Правда, смотрите, российский разный. Вот такой российский и вот такой российский. Не знаю. Вот. Видите, он вот такой и вот такой. Ну, не знаю. Наверное, вот этот пойдет на запекание что-нибудь, а это на еду. И еще купила кусочек вот такой, свежая нарезка какая-то. Вот такой вот анталь сливочный. Вот такой сырочек взяла. Он, по-моему, со скидкой был, я не помню уже, честно. Так, дальше здесь у меня еще плавленый сырок. Кстати, вот этот витака очень мне нравится. Я, если готовлю суп с сосисками сливочные или вообще вот там с грибами сливочный суп, люблю добавлять именно вот этот витака. Он очень хорошо расплавляется и получается, не получается хлопьями такими, знаете, а очень получается вкусненький суп именно вот с этим сливочным сыром. Также масло Вкуснотеево, наше любимое, так как у меня тут много мужиков, поэтому масло закончилось быстро, плюс мама еще всякое выпекает. Так, колбаска любимая, лентовская, золотой стандарт. Дальше у меня здесь мука Ладушкин. И вот сода. Мама, когда готовила, помните, кексик или что-то типа того у нее получилось? Вот она, сода для выпечки, вот такая. Купила мама 10 штук. Вот маме очень она нравится, все время просит у меня. Так, дальше хлебный дом геркулесовый, вот такой какой-то с кукурузой. Хлебушек купила, была только половинка, так бы взяла целый. Еще от Оладушкин вот такие хрустящие палочки. Мои детки любят. Дальше хлеб тоже Оладушкин. Обожаю эту марку. Половинку вот такого. Батон лентовский. И вот такой хлеб заварной лентовский. Кстати, тоже вкусный. Нам очень нравится. А дальше юбилейное печенье. Кстати, вот хлеб, мне говорили, что в Ленте стоит у них печка, то есть они пекут непосредственно в самой Ленте, и в каждом городе по-разному вкусно. У нас вот этот вот именно лентовский хлеб очень вкусный, мне нравится, никаких претензий вообще нет к нему. Так, печенье юбилейное традиционное, любят у меня детки. Дальше у меня здесь молочка, молоко купила вот такое отборное. Это мама будет что-то заквашивать. Я же эти бактерии мамина покупала. Вот она мне попросила 2 литра. Не знаю, что она будет делать. По-моему, йогурт сказала. Так, дальше деткам
И манельки вот такие. Они меня любят. И еще вот такие. Не знаю, будут они, конечно, пить или нет. Вот такие, видите, тут со звездными войнами. В общем, для иммунитета. Темная сторона силы, в общем. Все как положено. Вот. А вкус это фруктовый баблгам. Ну, наверное, выпьют. Сметанка 10%, как обычно. И томатный кетчуп Хайнц. Что-то не нашла мой любимый как-то мистер Рика. Ну, взяли Хайнц, ничего страшного. Так, фрукты здесь у меня. Купила черешенку. Она сейчас по 200 рублей. Кстати, очень хорошая. Вот такая розоватая. Я люблю такую черешню. Вот, видите, 199,99. То есть по 200 рублей черешня. Набрала тут, получается, 1,5 килограмма где-то. Дальше купила вот такие красные яблочки. У меня младший сын очень любит красные яблоки. Вот ему купила вот такие красненькие. Дальше сливы взяла. Они тоже по 100 рублей уже вот такие красные. Кстати, красные тоже вкусные, люблю. Но у меня дети любят желтые сливы, они слаще. Дальше у меня овощи, кабачки. Я говорила, что мы в этом году кабачки с мамой не сажали, поэтому взяла. Что тут это? А, это грязка, я думала, плохой. Вот по, ну, считайте, по 40 рублей за килограмм. Два кабачочка нам с мамой как раз пойдет. У меня кабачки, кроме нас с мамой, никто больше не ест. Также взяла вот такой салатик свежий. У нас салат еще не вырос, к сожалению. Вот. Поэтому взяла. Дальше огурчики. Тоже вот по 49, ну, считайте, по 50 рублей за килограмм. Хорошие огурчики, такие прям ароматные. Дальше перец. У меня мама будет делать какой-то салатик. Я обязательно вам сниму рецепт. Красный вот такой, 3 штучки купила. Помидоры по 50 рублей за килограмм. Кстати, помидоры очень хорошие, такие ароматные. Очень мне понравились, мягенькие, классные. Так, дальше здесь у меня лук репчатый по... Сколько он по 30, ну, считайте, 36 рублей за килограмм. Тоже хороший такой, свеженький. И картошка вот эта молодая, она очень вкусная. И сейчас она уже стоит 34, ну, считайте, 35 рублей. А была в самом начале по 65, но очень вкусная картошка. Дальше здесь еще купила кости говяжьи. Это собачки мои на кашу по 60 рублей. Ну, бульон, для бульона, в общем. Вот такие, кстати, неплохие кости, между прочим, они даже не воняют, ну, то есть не затхлые такие, просто обычные говяжьи косточки, очень, очень хорошие. Здесь, как всегда, кошакам всякие разные пакетики набрала, суп их нелюбимый, потом вот такой Феликс сухой корм. Здесь тоже для собаки вот такие, я постоянно покупаю мясное ассорти и вот это вот, телятина с сердцем. Больше, кстати, вкусов никаких нету, но мама говорит, что они по виду и по запаху одинаковые, так что да. Вот, купила еще вот такой чай, у меня мама его очень любит, именно вот этот Гринфилд, именно вот такой, то есть Кения Сунрис, наверное, так правильно, Санрайз, не знаю, как правильно, Санрайз, наверное, Кения Санрайз. Вот именно вот этот желтый, он очень вкусный чай, он действительно вкусный. Вот вкуснее из всех обычных, если без добавок черный Гринфилд, то вот этот самый вкусный чай. Так, дальше у меня здесь куриное яйцо C0, 30 штук, туалетная бумага. Да, я беру сразу 3 десятка, нам как раз на неделю хватает. Выпечку, яичницу мои мужчины все любят, поэтому да. Так, ездила я с племяшкой. В общем, он мне... Ну, как бы да, без всякой ерунды не обошлось. Вот эти чипсы, он говорит, они впервые вышли в России. То есть они так типа Доритос какие-то. В общем, они много где продаются, а в России они вот только, вот только недавно поступили. Надо попробовать. В общем, вот такие. Ну, каждому, в общем, ерунду вот такую. Так, ну и вот эту ерунду, конечно же, они купили. Вот, точнее, он купил... Джаз, супер, тут, в общем, лучше, как всегда. Так, 2 упаковки сахара взяла. Взяла вот такое масло, вот олейна, кстати, мама сказала, оно тоже хорошее. Но единственное, что здесь нет ручки и неудобно, вот, ну, хотя здесь есть такая выемка, но тоже нормальное масло, мама говорит, хорошее. Оно было со скидкой, поэтому я взяла олейна в этот раз. Так, дальше у меня здесь еще упаковка молока, как обычно, сок 2 добрых яблочных. И купила кондиционер Ленор, тоже был со скидкой, вот такую скандинавскую весну. И маленькую упаковку порошка докупила. В принципе, все остальное стирки у меня есть. Так что вот такая вот у меня получилась
закупка, в принципе, продукты все как обычно у меня, стандартный набор, вот. Ну и сейчас покажу вам чек. И вот показываю чек, постараюсь помедленнее. Да, вот еще были конфетки, которые уже слопали. Итого, вот сумма получилась 8194, скидка 2216. И снова дали мне вот этот журнальчик «Лента». Мне одна моя подписчица написала, что она даже спрашивала на кассе, и ей сказали, что не дают журнальчики. Не знаю, меня просто спрашивают, вот получается в конце месяца, просто спрашивают меня, нужен мне журнал или нет, и я говорю, естественно, да. Журнальчик, конечно, классный, видите, про рыбу тут много всего. Действительно, очень меня мама обожает его листать. Посмотрите, какая закуска из огурчиков. Огуречные лодочки с салатом из тунца. Видите, вкусненько. Вот. И тут еще, кстати, в конце этого журнала есть обычно купоны. Вот такие вот дают на скидку. Но обычно на... Не знаю, я не часто пользуюсь этими купонами, потому что не всегда что-то интересное по этим купонам есть. В основном алкоголь, кстати, я заметила, да. Вот видите, здесь тихие вина из Австрии, Германии, виски, в общем, сковороды, в общем, такое все. Ну, вот единственное, что, может, вот это набор для запекания. А, ну, это формы. Вот, какой-то чай я такой, кстати, никогда не пробовала. Ну, в общем, вот. Эти всякие очень, ну, очень, мне, нам очень с мамой нравится всякие штучки тут листать. Видите, даже тут рецепты лимонадиков, я сейчас обязательно посмотрю. Вишневая газировка, какие-то надо будет посмотреть, виноградная шипучка. Такие вот всякие вкусняшки. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте ставить пальчик вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!